Так, разобрался я таки, как парковка опускается, поднимается. Значит, управляется она вот этим вот рычажком. То есть в каком-то из положений. Сейчас вот я так не могу сказать, мне плохо видно. Да и вам тоже. В общем, вот там. Вот отсюда, может быть, будет видно. Вот там вот, вот. Сейчас сведемся. Вот там вот есть шестерни за валом. Вот за этим валом. Вот вал. Вот там одна шестерня, вот вторая шестерня. Сейчас, вот. Вот крайняя отвертка светит. Вот это шестерня 1, шестерня 2. Так вот, вот эта средняя шестерня управляет парковкой, подъемом и опусканием парковки. Отсюда к ней не подобраться, с этой стороны. Но зато... К ней можно подобраться вот отсюда. Вот эта шестерня. Вон она. Вот куда я отверткой показываю. Вот, вот, вот там зубчики видать. Вот этой шестерни. Вот это зубчики шестерни парковки. Она управляет подъемом и опусканием парковкой. То есть в одном из положений, тут вот если посмотреть, тут есть зубчики. То есть один зубчик, второй зубчик и дальше. Три положения получается. Один, два, три. В одном из положений шестерня, вот эта приводная, соединяется с той шестерней через промежуточную шестерню. Через вот эту шестерню по валу соединяется с шестерней и с той. И управляет парковкой. Вот. Если тихонько ту шестерню вращать, вот отсюда, со стороны помпы, не очень удобно, но тихонько можно. Вот там вот. Можно тихонько вращать эту шестерню. Вот, вот сейчас я рукой закрыл. Вон она, уголочек этой шестерни торчит. Вот ее можно тихонько вращать, и парковка садится. Сейчас я попробую тихонько повращать. Наведу на парковку. Вот парковка вверх пошла. Вот, вот я ее шевелю. Все, парковка села. То есть вот так можно опускать. А если вращать против часовой стрелки, то парковка, вот она поднимается. Все, вот она выехала. Вращаю по часовой стрелке. Вот парковка пошла вниз. Вот она села. Ну вот и разобрались, как работает парковка. Так, ну шестерню еще раз покажу. Вон она. Вон уголочек этой шестерни торчит. Сейчас отверточкой туда зайду. Вот эта шестерня. Вот там.